Ми вам обіцяли сюрприз. З нами на зв'язку Сергій Кузін, музикант, і ваш давній товариш і друг. Нам принаймні так сказали. Знаєте такого чоловіка? Звісно, знаю. Ну от, власне, пана Сергія ми долучили вам до ефіру. Сергій, привіт. Добрий вечір, Олександр. Рад вас. Очень рад, что вы в добром здравии, что у вас все хорошо. Добрый вечер всем. Пане Сергію, доброго вечора. Власне, знаємо, що ви давно вже спостерігаєте за подіями в Білорусі, так би мовити, здалеку, з України. Якщо я помиляюсь, виправте мене. Що скажете про події цього року? Чим воно відрізняється від попередніх революцій, протестів, тощо, протестних рухів, тощо? Чим воно відрізняється? Чи можете ви сказати, що цього року хлопці молодці, от цього року вони зроблять, досягнуть чогось? Ну, вы знаете, я уехал в 2004 году, поэтому события 2010 года, о которых говорил Александр, они уже прошли без меня. Вот. Но, вы знаете, в любом случае, и те, кто боролся в 2010, и те, кто боролся раньше, начиная с 96-го, тут мне Александр поправит, с какого времени начались, даже раньше, наверное, эти протесты, они в любом случае молодцы. Но, конечно, этот год... Это просто что-то невероятное произошло. Я никогда в жизни не видел такого вообще. Вот, поэтому слово «молодцы» тут, наверное, самое банальное, что можно сказать. Я восхищен буквально в смысле слова своими земляками и тем, что сейчас происходит в Белоруссии. Ну и, конечно, как и все мы в ужасе от того, что вытворяет этот красавец со своими опричниками. Просто в ужасе. Потому что я понимал, что страна находится в буквальном смысле слова, в ежовых рукавицах, и он выстроил вокруг себя вот эту систему своей опричнины. Но то, что они способны на такое, на такие жестокие избиения, я вот полностью согласен с тем, что, конечно, при всем том, что какая трагедия была в Украине в 13-14 годах, в Киеве, имею в виду, во время Майдана, но белорусские ОМОНовцы показали, что они, конечно, далеко впереди. В самому плохому смислі цього слова, звісно. Власне, ми говоримо про те, що відбувається зараз, за чим ми спостерігаємо. Обговорюємо з паном Олександром, які є шанси у випадку, моделюємо ситуацію, перевиборів, до прикладу, в парламент білоруський. Наскільки високі шанси, що туди зайдуть нові люди? Є оця еліта інша, опозиційна, неопозиційна, просто інша, не номенклатурна? Уверен, что есть. И более того, я, то есть она есть абсолютно точно. Часть из них сейчас находится и в Координационном совете. Я там не всех далеко знаю, но некоторых знаю и горжусь тем, что у меня есть такие земляки. Вот. А что касается получится, не получится, но это вопрос вопросов. Я уверен, что вариантов нет. Что после того, что произошло, Беларусь уже прежней не будет абсолютно точно, потому что эти масштабы, эти протесты превышают все мыслимые и немыслимые масштабы, возможности опять их загнать в исходную позицию. Другое вопрос, что, как всегда, такая вот ситуация с такой вот молодой, вы правы, новой оппозицией, я очень боюсь тем, чтобы они не переругались там, вот эта молодая новая поросль, чтобы они не... И ругались, и не, как это, к сожалению, в Беларуси раньше бывало, не утопили благую, настоящую, красивую, очень честную идею в своих кулуарных этих выяснений. Революція, власне, це завжди саме слово, мабуть, це така висока ідея. А там вже хто як не користується, мабуть, це вже є дифференція. А я що хочу, пане Сергію, пане Олександре, до вас обох, мабуть, таке питання. Ми чули багато разів, що Білорусь більше такою не буде, як вона була після от сьогодні, після цих протестів, вона більше такою не буде. А давайте, якою вона буде, якщо Лукашенко виведе, можливо, ще війська, можливо, залучить допомогу чиюсь там з боку Росії, і просто розжене, просто заганяє, просто загонить, просто заарештує, ну, всмирить всіх. А якою вона тоді буде? Що буде відбуватись в Білорусі? Ну, ви рисуєте сценарій того, що він веде війська, що буде в цій ситуації? Якщо просто протести розженуть, і вони більше не зберуться? Або не вони зможуть. Самі вщухнуть? Ну, власне, ми ж розуміємо, що протести не можуть тривати нескінченно.
Безусловно, есть закон протестного движения. Я думаю, что сейчас, в течение ближайшего времени, на какое-то время будет вполне запрограммированный такой этап. Он называется еще и протестной депрессией после яркой вспышки. Но потом она поднимется и выйдет. Я в это верю. Ну, более того, так говорят все ученые, которые занимаются этими вещами. Я уж тут волей-неволей читаю все про это. Вот. Что касается самого протестного движения в Беларуси и войск, и всего остального прочего, ну, Беларусь — это не Крым. Никто зеленых человечков встречать с распростертыми объятиями не будет. Если же речь идет о более серьезных вещах, это прямая аннексия, оккупация, я думаю, тоже нет. Ну, а в-третьих, самое главное, Беларусь – это такая страна, с которой нельзя ну, так вот поступать. Воевать Белоруссия всегда умела, умеет и отстаивать свое достоинство умеет. Поэтому вот дивіться, так-так, пан Сергій, продовжуйте. Да, конечно, говорите. Дозавершуйте. Да, я просто думаю, что... Ну, не тот случай. Прав Олександр абсолютно, що у нас абсолютно різне по сравнению з українським. Пане Сергію, то питання було в тому, якою буде. Ви кажете, Білорусь вже не буде такою, як була. А якою буде? В кінців я можу тільки сказати, якою я її хочу бачити. А якою вона буде, ви ж праві, це многовекторне пространство, і якою вона буде, від одних моїх желаний тут мало залежить. Але хочу я, щоб вона була пробілоруською. Я думаю, что Беларусь должна оказаться в ситуации, когда она в силу исторических причин будет иметь определенную экономическую взаимосвязь и с Россией, и очень бы хотелось, чтобы Россия изменилась принципиально. Вот. И, безусловно, будет абсолютно европейской страной с точки зрения менталитета, уклада и всего остального прочего. Более того, я считаю, что в Беларуси вот с точки зрения уклада, менталитета, для Європи вже і так все готове, це абсолютно європейська страна. Зрозуміло. Дякую вам, Сергій Кузін, з нами був на зв'язку.